Наши впечатления о колесно-гусеничном танке Кохосенко, который мы нарекаем Короб. Вот. Хорошие. Ставлю 8 из 10. На десятки не хватает именно скорости и хоть какой-то брони легко прошить. Понятно, что можно благодаря такому узкому силуэту прятаться за укрытие. Но даже башня хорошо прошивается, но спасает то, что она очень округлая, и есть шанс на рикошет, пусть и небольшой. При этом хорошее орудие и, в принципе, терпимая скорость, но не очень, конечно, быстрая, но достаточная, позволяет занимать оборонительные и даже оборонительно-наступательные позиции. Так что впечатление мне техника понравилась, при этом у нас хороший процент вышел, 62%. Хорошо посражались. Впечатления хорошие. Хотел сказать отличные, но все-таки вот за счет того, что он легко прошивается с любой стороны, даже спереди, то есть без укрытия этот танк очень уязвим. Плюс еще два экипажа, если вас будут обстреливать с барабана, то если даже не взорвут, то экипаж могут успеть убить при такой брони для галочки. Спасает только вот орудие и, в принципе, неплохая подвижность. За счет этого ты ощущаешь стоящую боеспособность для своего ранга игрового. Поэтому и хорошие впечатления, 8 из 10. Посмотрим, что скажет Ксандрон. К сожалению, за одну трансляцию не могу оценить все достоинства и недостатки данного танка. Ну, вот он не стал браться, но у меня каждый первый танк всегда впечатление с одной трансляции, как и каждая десятка. В большинстве случаев мы ее оценим тоже с одной трансляции. Ну, говорят, что первое впечатление в большинстве случаев верное. Поэтому рекомендую Кохосенко поиграть можно, да, наверное, и нужно.